житель Новобуранского района, проводил вечер в одной из букмекерских контор Саратова. Когда деньги закончились, а желание играть осталось, молодой человек вышел на улицу и под угрозой ножа забрал у 18-летнего учащегося колледжа портфель, в котором находились 9000 рублей и сотовый телефон. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, когда он делал очередную ставку. По данному факту возбуждено уголовное дело о разбое. Расследование продолжается. Андрей Багаев, Анастасия Потапова, Денис Гребенщиков. Вести, дежурная часть, Саратов.